планируется рассмотреть ключевые вопросы двусторонней повестки дня, пути продвижения практического сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарных областях, сообщают в Кремле. Также на повестке актуальны международные темы, включая вопросы борьбы с терроризмом и урегулирования региональных конфликтов, прежде всего на Ближнем Востоке и в Северной Африке. Джентилони приезжает в преддверии саммита «семерки» 25-27 мая. Итальянцы председательствуют на саммите.